Продовольственные продукты в Чувашии за май, хоть и незначительно, но подорожали, сообщает Чувашстат. Больше всего подорожали чай, кофе, соль, специи до 3,8%. Молоко и молочные продукты, кондитерские изделия стали дороже на 1,1%. Мясо и алкоголь до 0,6%. А вот яйца, по данным Чувашстата, весьма ощутимо подешевели на 17%. Незначительно цены снизились на сыр, муку, мороженое, хлеб, хлебобулочные изделия, картофель, сахар. Таким образом, стоимость минимального набора продуктов в конце мая этого года составила 3418 рублей на одного человека. Это на 17% дороже, чем в начале года. Что касается непродовольственных товаров, то здесь картина следующая. Подорожали спорттовары, школьные и письменные принадлежности, парфюмерия и косметика. И некоторые другие товары. Зато снизились цены на меховые и ювелирные изделия, а также персональные компьютеры.